Итак, был приобретен вот такой бачок объемом 150 литров. Из него мы будем делать бак с подогревом для душа. Так, во-первых, будем использовать такой запорный клапан. Здесь полдюймовая резьба. Устанавливаем внутрь. Соответственно, вода под давлением набирается и закрывается. Ну, поплавок всплывает. Вот поплавок. Его подогнуть, конечно, надо будет. И закрывает подачу воды. Трубку вот эту удлиним. Так как в бойлер надо подавать воду холодную вниз. Будет подаваться на самое дно бака. Дальше. Используем вот такой ТЭН итальянский. Со встроенным уже терморегулятором. Здесь выставляется температура. Вот он зонт. Дальше он будет... Выше этой температуры он не наберет. Ну, на 80 тут максималка стоит. 80, 60, 70, 50, 40 можно выставить. Оставлю на 80. Теперь важно, куда врезать ТЭН. ТЭН, естественно, надо ставить вниз. Скорее всего, врезать будем вот сюда. Вот это срежем все. Здесь пластик потолще. И врежем его вот так вот. Почему вниз? Ну, потому что бачок должен работать с минимальным количеством воды, чтобы всегда вода была. Вода всегда на низу должна быть. Правильно? Забор воды будем брать сверху. Сделаем трубку внутри. Потому что в самом верху самая горячая вода будет. Ну все, вот так вот мы из бачка, который куплен в порядке в районе 2000 стоимость его. ТЭН на 1,5 киловатта. Его стоимость 1900. И вот этого запорного клапана. Его стоимость 250 рублей. Сделаем что-то подобие бойлера. Все, спасибо за внимание. Результат покажу.